Надеюсь, запись продолжается. Надеюсь, запись продолжается. Я говорю, сейчас я перезапущу уровень и... Точнее, после на паузу и пройду его сам, если попробую. И что у нас осталось? У нас свинья. Холь! Все, уровень пройден. Да. Так, тут у нас еще какая-то глупость, которую мы советуем взорвать. Вот черт. Давайте повторим. Давайте теперь запустим вот это вот так вот. Дыдыщ! Мы снесли что-то, мы снесли еще что-то. Опа! Ой. О, да. Ага. Меткий выстрел. Неплохо. Еще два уровня, и все, и мы пройдем все это. Давайте запустим вниз сначала. И подорвем динамит, который обрушит что-то там сверху. Потом повалим это все. Потом запустим вот туда вот. Опа! Еще раз. Опс, не получилось. Тогда мы должны взорвать. Нет. Тогда мы по... Давайте вот так вот. Попробуем сломать эту подпорку. Ой-ой, не везет. Хорошо, давайте снизу будем делать, как всегда. Ой, ужас какой-то. Так, хорошо. Угу. Давайте будем таранить эту палку. Отлично. Я сейчас запуск сверху. Ну уже как-нибудь, что-нибудь. Черт. Давайте сначала так, потом снизу. Да. Ладно. Ну что-нибудь-то произойдет-то когда-нибудь. А вот туда не добраться, да? Похоже на то. Ну что-нибудь. Давайте сверху. Ну так сверху получилось-то. Но получится ли там? Алас! Давай же что-нибудь произойди, ну почему ничего не происходит? Какой-то ужас сегодня происходит. Снизу. Так, это что-то не то. Так. А так вот. Что за фигня? Но это уже никуда не годится. Даже на царский двор. Опа. Хрень. Опа, они. Опаньки. Что-то все-таки случилось все-таки. А если так вот? Давай что-нибудь. Да ну, правда? Что ли? Да! Миссия выполнена. А, король, он вернулся. Отлично, теперь нам нужно добить короля. Его дворце. Давайте. Крушим все. Отлично, мы доберемся до него. Так, что-то уже падает. Отлично, отлично, не падает. Тыдыщ. Еще немного, еще подорвем его. Тыдыщ. Черт, не вышло. Значит, перезапуск. О, башня обрушилась. Теперь мы никто не мешает нам попасть туда. Так, что-то и упало. О, башня падает опять. Тыдыщ.
Великолепно. Теперь мы запасы. Отлично, прям королева. У нас осталось немного еще. Отлично, король повержен. И его поспешник, что же он сделает? Он пытается выжить как может. Но у него это не выйдет. И миссия выполнена. Свиньи побеждены. Та-дам! Отлично, и мы прошли этот эпизод. Ну и пока на этом все. В следующем будем проходить 6-й эпизод. В следующий раз. И на этом закончим. Всем пока.